Ты же видео решил снять? Давай, продолжаем. Или этот раздув? Да. Итак, мое выступление начинается с цитаты великого поэта современности. Ты, кстати, так не делай, потому что если ты снимаешь так, то снимай полностью так, если так, то так, потому что будет ебанина, короче, происходит, когда так делаешь. Можешь вот так снимать, горизонт держать. Так. Так вот, начинаю я с цитаты великих поэтов современности и в качестве эпиграфа к моему выступлению, и поэтому я постараюсь прочитать это с выражением. Ту-ту-ту-ту, залетаю в бу, сука, будто Малибу, я ебу ее так дико, как ебу судьбу. Ебу. Я ебу ее так дико, будто рэперская тру. Трахнул, кинул, будто рэп игру. И я считаю, что это просто гениальные стихи, нахуй Пушкина в пизду, блядь, всего этим. Он как девственник со своим, ой, дядя самых честных, ебу ее как судьбу, нахуй. Говорит нам поэт современности. И вот я бы своих детей, например, просил бы изучать это в школе, потому что, ну, Пушкин это уже не актуально, а вот они будут сидеть на уроке, и они будут читать «Ту-ту-ту-ту, залетаю в бу». Что, имел в виду автор под фразой «ту-ту-ту-ту, дети», как вы думаете? Это он берет ментальный автомат и расстреливает нас рифмами. Молодцы, дети, абсолютно правильно. А что он имеет, автор имеет в виду, когда говорит «залетаю в бу»? Кто знает? Сережа поднимает ручку и говорит, да, Сереженька, бу — это Бугатти, текла у Семена. Абсолютно верно, Сережа. Залетаю в бу. А дальше? Я ебу ее так дико, как ебу судьбу. Как вы думаете, что автор вкладывал в эти строчки? Поднимает Машенька руку и говорит, мне кажется, что автор выразил свою агрессию через сексуальную эманацию в сторону мира и сравнил мир с рэп-игрой. Все верно, Машенька. Дальше эта строчка прямо подтверждает. Я ебу ее так дико, будто рэперская тру. Трахнул, кинул, будто рэп игру. Что вы думаете, что автор вложил в эти строчки? Автор этими строчками выражает как бы свое несогласие с системой и через сексуальное доминирование. Он как бы занимается сексом с этой рэп-игрой. А что такое рэп-игра, Сереженька? Рэп-игра — это понятие, появившееся в 2018 году, авторство неизвестно, по предположительным оценкам, это рэпер из Лондона Оксимирон. Оксиминог. Оксимирон. Во, Сереженька, сколько раз можно учить? По предположительным, это рэпер Оксимирон. Он придумал рэп-игру. Вот такой вот моментик. Для стендапа.